Ну вот, икра хорошая, лосося, но и его мясо тоже, и голова тоже. Видите, как я сварил уху, вот она, голову вытащил, горячий еще. А уха простая, такая, рис добавил, лук, вот. И, конечно, уже надо сюда зелень добавлять, вот так вот. Люблю вот так вот. И вот так вот перчиком черным. Так что лосось – это рыба такая, что уха у него тоже очень хорошая. Очень хорошая уха, легкая, быстрая. Вот. И вот его вот это, когда отрезаю остальные места, солю тоже, красный кровь, и вот ребро остается с мясом. Вот, а голова, вот как видите, какая красота. Мяса много тут. Вот уха такая, лососевая.